Республиканский стадион Роздан, Ереванское метро, аэропорт Звартноц. Сегодня наш рассказ о человеке, благодаря которому это и многое другое появилось в Армении в советские годы. Карен Сиропович Демирчан родился 17 апреля 1932 года в Ереване. Его родители были родом из Западной Армении, оба сироты, которые смогли спастись от турецкой резни. Они познакомились в детском приюте Александрополя, ныне Гюмри. Из воспоминаний академика РАН Камо Демирчана, старшего брата Карена Демирчана. Отец родился на берегу Евфрата в деревне Катер Эрзрумского Вилайета, недалеко от города Эрзрума. Печалясь, он рассказывал, как турки расправились с их деревней и как ему посчастливилось спастись. Вначале согнали молодых мужчин и увели в неизвестном направлении. Прошел слух, что их всех убили. Потом увели всех красивых женщин и девушек деревни. Отец с болью вспоминал, что среди них была и его сестра, красавица Сатыник. В деревне оставались только испуганные, беспомощные старики и дети. Как-то аскеры и их погнали куда-то. Обезумевшие люди оказались в западне, впереди аскеры, за спиной курдская чернь. Когда проходили по мосту, турки мальчиков сбрасывали в воду и стреляли в них. Отец, выросший у реки, умел плавать. Он выплыл на берег и спасся, и с ним еще 2-3 сверстника. Начались их скитания. Мальчики, перебиваясь с хлеба на воду, добрались до Аштарака в сиротский приемник. Был конец 1915 года. Зиму они провели в приемнике, а к лету в Аштараке открылся сиротский приют. Потом их переправили в Александрополь. Мать родилась в городе Ван в 1906 году в довольно богатой и образованной семье. Брат деда, получивший образование в Америке, работал в то время в Стамбуле. Там же учились двое братьев матери. Дед занимался сельским хозяйством и временами рыбачил. С началом погромов дед вместе с семьей решает покинуть Ван, прихватив и вернувшихся из Стамбула братьев матери. По дороге дед вспоминает, что оставил привязанными в яслях племенных бычков, просит семью подождать, а сам из жалости к животным возвращается. Бабушка с детьми ждет его долго, но тщетно. Забеспокоившись, возвращаются, а там муж лежит убитый. Трагедия на этом не закончилась. Турки у нее на глазах убивают остальных. Обезумевшая от горя, она просит турка, работавшего у них, избавить ее от мучений. И турок идет ей навстречу. Моя мама и ее младшая сестра, укрывшиеся в стоге сена, становятся свидетелями этой ужасной сцены. В долгих скитаниях голодные, оборванные встречают казачий разъезд. Казаки доставляют детей в Эчмиадзин, где сдают в сиротский пункт. А там оказался Аванес Туманян с дочерьми. Поэт занимался организацией помощи беженцам и сиротам. Нашу маму он забирает с собой в Тифлис. Туманяны, продержав некоторое время маму у себя, передают ее в сиротский дом Александрополя. Мать рассказывала, что хоть у поэта своя семья была многочисленной и жили они более чем скромно, туманяны пригрели немало сирот и окружили их заботой. В 1949 году, после окончания средней школы, Карен Демирчан поступил в Ереванский политехнический институт, который с отличием окончил в 1954 году, получив квалификацию инженера-механика. В том же году он переехал в Ленинград, где жил его старший брат Камо. Проработав инженером-конструктором в Ленинградском научно-исследовательском институте, Карен Демирчан уже на следующий год вернулся в Ереван и устроился на работу на электротехнический завод. На этом предприятии, ставшем для Демирчана родным, он прошел все ступени карьерного роста – от мастера, начальника цеха, до главного инженера, а затем и директора. В 1959-1961 годах Карен Сиропович учился в высшей партийной школе в Москве, после окончания которой вернулся на свой завод в качестве главного инженера. За кратчайший срок Демирчану удалось навести порядок в производстве, поднять трудовую дисциплину в коллективе. Впоследствии директор завода был переведен на другую работу, и на его место был назначен Демирчан. В 1966 году, учитывая положительную работу Карена Демирчана и организаторские способности, его выдвинули на руководящую партийную работу. Он был избран
секретарем Ереванского горкома партии, курирующим промышленность, строительство, транспорт и городское хозяйство. И на этой должности он проявил себя с лучшей стороны. Именно в результате целенаправленной и напряженной работы первого секретаря горкома Бадала Мурадяна и секретаря Карена Демирчана стало возможным в сжатые сроки и в трудных условиях завершить строительство такого грандиозного по масштабам объекта, как Ереванский стадион «Раздан». В конце 1972 года на пленуме ЦК КПСС Карен Демирчан был избран секретарем ЦК Компартии Армении. За время работы секретарем ЦК Армении Карен Демирчан имел более широкие возможности активно заниматься вопросами комплексного развития экономики республики. Избрание его вскоре первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Армении в ноябре 1974 года было закономерно. 23 апреля 1975 года Карен Демирчан по Первому каналу национального телевидения впервые напрямую обратился к народу, разъяснив официальную позицию Армении по событиям 1915 года и осудил власти Османской империи за геноцид армянского народа. В центре внимания Карена Демирчана находились вопросы внедрения прогрессивной технологии и новой техники в промышленности и на этой основе строительства новых крупных современных предприятий. Были введены в строй Кировоканский завод электровычислительной техники, Джервежский приборостроительный завод в 70 тысяч квадратных метров производственных площадей. Велось строительство таких предприятий, как «Марс», «Аракс» в Ереване, «Транзистор» в Аштараке и многих других производственных и научно-технических объектов в различных районах республики. Карен Демирчан был глубоко эрудированным человеком. Он прекрасно понимал культуру и искусство, литературу и имел на все свое личное мнение. В дни гастролей труппы Большого театра в Ереване Демирчан принял группу артистов. Встреча длилась более часа. Гости первого секретаря были поражены глубиной его проникновения в тайны оперного искусства и тонкостью игры исполнителей. Простившись с Демирчаном, уже на выходе из здания Центрального комитета директор Большого театра Лущин признался зав. Отделом культуры ЦК Сурену Аветисяну: «Ну и ну, а этот далеко не Алиев и Шеварнадзе, как будто он член нашего коллектива, прекрасно знает нашу кухню. Невероятно!» Как-то в Армению прилетел классик киргизской литературы Чингиз Айтматов. За чашкой кофе Демирчан на память процитировал гостю отрывки из «Плахи» и «Прощай, Гюльсары» и дал обстоятельный анализ его произведений. Своим коллегам из Союза писателей Армении Айтматов задал вопрос: «Он что, и впрямь читал меня?» И в ответ услышал: «О вашем приезде мы узнали сегодня утром. Сейчас на часах 3. Как вы думаете, он успел бы за это время хотя бы полистать ваши книги?» Айтматов развел руками: «Если это и в самом деле так, хвала и честь Демирчану и народу, породившему его». Велики заслуги Демирчана в бережном отношении к родному языку. Годовой тираж газет и журналов в 1988 году составил 287 миллионов экземпляров, из них 257 миллионов на армянском языке. При Демирчане государство финансировало выход в свет более 1500 наименований книг в год миллионными тиражами. Киностудия «Арменфильм» выпускала по 4-5 художественных фильмов в год. В течение 50 лет после геноцида армян проводить какие-либо мероприятия в СССР было официально запрещено. Но представители армянской интеллигенции и молодежи каждый год 24 апреля проводили полуподпольные встречи с тем, чтобы помянуть жертв геноцида. Демирчан решил узаконить эту дату. В 1964 году было получено разрешение отметить 50-ю годовщину геноцида официально. Позже также было получено разрешение на строительство мемориального центра Цицернакоберт. Ответственным за строительство был назначен секретарь горкома Карен Демирчан. За мемориальным комплексом Цицернакоберт последовало строительство аэропорта Звартноц в Ереване и Ширак в Гюмри, атомной электростанции, спортивно-концертного комплекса, водопровода Арпа-Сиван. В 60-х Карен Демирчан принял смелое решение убедить советские власти построить в Ереване метро. Но на пути к этому были препятствия. Город не был миллионником и не был перегружен транспортом. Демирчану
удалось довести численность населения до миллиона, а прибывшая из Москвы комиссия убедилась на собственном опыте, что городу метро необходимо. Пришлось пойти на хитрость. Городские власти заранее сообщали сотрудникам госавтоинспекции, какой из участков в этот день будут мониторить столичные гости. А инспекторы направляли туда весь городской транспорт. В итоге эксперты зафиксировали перегруженность ереванских улиц автотранспортом и вынесли положительный вердикт – метро в Ереване быть. После ереванского метрополитена Карен Демирчан инициировал еще один масштабный проект. В 1975 году правительство Армении обратилось к московскому начальству, чтобы получить разрешение на строительство спортивно-концертного комплекса. Бюджет строительства СКК был утвержден в 35 миллионов рублей. Часть армянской интеллигенции выступала против строительства СКК рядом с мемориалом Цицернакоберт. Карен Демирчан возразил: если Цицернакоберт – место скорби, то комплекс будет символизировать наше возрождение. Эпоха Демирчана, продолжавшаяся целых 14 лет, закончилась в 1988 году. Через три года, в 1991 году, Демирчан окунается в родную для себя производственную стихию. Он возглавляет один из крупнейших заводов в Ереване – «Армэлектромаш». В связи с постоянными перебоями в поставке электроэнергии, завод начал производить столь необходимые в тот период атомные генераторы. 8 лет проработал Демирчан на этом предприятии. В 1998 году, через 10 лет после своей отставки, Карен Демирчан вновь возвращается в политику. 10 июня 1999 года он был избран спикером нового парламента. Ребята, вопросы так не решаются. Это были последние слова Карена Демирчана к своим убийцам, террористам, вторгшимся в зал заседаний Национального собрания Армении 27 октября 1999 года. Карена Демирчана всегда сопровождали любовь, уважение и признание армянского народа. В 1999 году за выдающиеся заслуги перед Родиной он был посмертно удостоен звания «Национальный герой Армении». «Югстрой Империал» работает на рынке первичной недвижимости с 2013 года. Компания занимается строительством полного цикла, начиная от создания проекта и заканчивая эксплуатацией домов. Армянский народ. Мы – армянская диаспора. Мы – кинокомпания «Айк». Первая кинокомпания армянской диаспоры России.